«Расправь свои крылья» – это слоган Всемирной зимней универсиады 2017, которая впервые проводится в Казахстане и на всем постсоветском пространстве. В феврале 2015 года в испанском городе Гранада прошла торжественная церемония передачи флага универсиады городу Алматы. Казахстан был готов к проведению универсиады, так как имел опыт проведения азиатских игр 2011 года. В дополнение к имеющимся спортивным объектам были построены ледовый дворец, ледовая арена и атлетическая деревня. В универсиаде примут участие студенты-спортсмены из 55 стран мира, которые будут состязаться по 13 спортивным дисциплинам. Талисманом универсиады стал сокол Сункар, олицетворяющий скорость, легкость, энергию и жажду побед, а логотипом – стилизованные крылья. Поэтому девизом универсиады стал слоган «Расправь свои крылья». Вся страна отметила 100 дней до открытия всемирных студенческих игр. В Алматы в это время был представлен гимн универсиады. В торгу 24 октября в честь этой даты более 150 студентов, преподавателей и магистрантов приняли участие в массовой утренней зарядке. Вместе с участниками этого флешмоба зарядку делали почетные гости. Чемпион Азии по боксу, участник Олимпийских игр в Атланте Бахтияр Тлегенов, призер чемпионата мира по боксу, участник Олимпиады в Лондоне Гани Жайлау, чемпион Азии по самбо, призер чемпионата мира по дзюдо Бегадил Шаймерденов, чемпионка Азии по самбо Арайлым Шегенова, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Олжас Сатыбаев. Торгу горячо поддержал белую универсиаду, потому что сам славен своими спортивными традициями. Для развития физкультуры и спорта в ВУЗе существует мощная инфраструктура. Торгу располагает спортивной базой, которая находится на территории двух учебных комплексов – гидрокомплексе и технологическом. Открытые спортивные сооружения гидрокомплекса включают два футбольных поля с травяным газоном и регуполовым покрытием, легкоатлетический комплекс, гимнастический городок, 4 теннисных корта, волейбольную и баскетбольную площадки. В закрытых спортивных сооружениях расположены большой игровой зал и зал бокса с тренажерами. На базе технологического комплекса находятся два игровых зала, а также залы для настольного тенниса, борьбы, специализированные гимнастические и тренажерные залы. А на открытой спортплощадке студенты могут тренироваться на беговых дорожках, поле для мини-футбола, играть в волейбол и баскетбол. В корпусе факультета гуманитарно-социальных наук расположен зал для занятий тхэквондо и каланетикой. Мы гордимся нашим спортивно-оздоровительным лагерем, расположенным в Жасуркене. Его обширная территория и спортивные сооружения позволяют студентам и преподавателям отдыхать и тренироваться. Здесь находятся баскетбольные и волейбольные площадки, гимнастический городок и естественный бассейн. В лагере проводится подготовка к соревнованиям различного уровня сборной команды вуза по спортивному ориентированию туриаде. Основа массового спорта в торгу – спортивные секции. Занятия в них проводят преподаватели кафедры физического воспитания и кафедры теории и методики физической культуры. Самые популярные секции – это секции волейбола и футбола, атлетической гимнастики и настольного тенниса, баскетбола и карате. Студенты закрепляют и развивают спортивные навыки, мобильность, волю к победе. Спортивные баталии в торгу не утихают весь учебный год. Регулярно проводятся соревнования на уровне университета, региона и республики. Традиционными стали спартакиады среди студентов первых-четвертых курсов вуза. В этом году команды оспаривали первенство по 12 видам спорта, включая настольный теннис, баскетбол, президентское многоборье, легкую атлетику, мини-футбол. Не отстают от студентов преподаватели и сотрудники торгу. Ежегодно в январе проводится взрослая спартакиада Денсаулык. Она проводится по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, токус-кумалак, шахматы, армрестлинг, перетягивание каната, гиревой спорт, президентское многоборье, дартс. В соревнованиях принимают участие команды всех факультетов, администрации вуза, библиотеки, а также службы безопасности. Спартакиада Денсаулык – настоящий праздник спорта. Мощная спортивная база университета позволяет проводить областные и республиканские соревнования по разным видам спорта.
это спартакиада студентов вузов и колледжей, посвященная Дню первого президента, областные соревнования по волейболу, посвященные Дню независимости Республики Казахстан, турниры по борьбе, карате и тхэквондо, межвузовские соревнования по легкой атлетике на приз ректора Торгу. Сборные команды Торгу по волейболу, баскетболу, Тогуз-Кумалаку, спортивному ориентированию неизменно занимают лидирующие позиции. Много лет Торгу принимают участие в проведении летних универсиад вузов Казахстана под девизом «Наши достижения тебе, Родина». Мы принимаем соревнования по баскетболу, спортивному ориентированию и другим видам спорта. А на последних трех летних универсиадах сборная команда Торгу занимает почетное третье место. Белая универсиада станет главным спортивным событием года. Огонь 28-й Всемирной зимней универсиады будет зажжен 25 января 2017 года в Астане. Эстафета огня пройдет по всем регионам страны. 29 января в Алматы состоится официальное открытие универсиады 2017. Из 1000 факелоносцев 70% студенты в возрасте от 17 до 28 лет, успешных в области науки, культуры и спорта. В числе факелоносцев 15 студентов Торгу, которые добились значительных успехов в спорте. Большинство из них – призеры республиканских универсиад по таким видам спорта, как бокс, тхэквондо, дзюдо, баскетбол и спортивное ориентирование. Большие достижения начинаются с малого, так и в спорте. Сначала секция, упорные тренировки, участие в студенческих соревнованиях, затем победы на чемпионатах и универсиадах Казахстана. И, наконец, долгожданный успех на спортивных аренах Азии, Европы и мира. Одним из факелоносцев будет студент второго курса юридического факультета Торгу Нурсултан Аманжолов, занявший первое место на прошедшей недавно в Таиланде 7-й Всемирной универсиаде по боксу весовой категории свыше 91 килограмма. Славные традиции университетского спорта приводят студентов и выпускников Торгу к спортивным вершинам. Это олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Азии Серик Конакбаев, Булат Джумадилов, Бахтияр Артаев, Занибек Хандыбаев, Оксана Борисюк, Булат Ниязымбетов, Мадина Давлетбаева и другие. Герои спорта Торгу побеждают в боксе и греко-римской борьбе, спортивной акробатике и легкой атлетике, карате и тхэквондо, спортивном ориентировании и самбо, шахматах и армрестлинге, водном поло и дзюдо, баскетболе и казахшакурес. Герои спорта Торгу побеждают на Олимпийских играх и чемпионатах мира, Европы и Азии, на Центральноазиатских играх и чемпионатах СНГ. Я поздравляю всех участников данных соревнований, желаю им отличных успехов, золотых, серебряных медалей. Казахстан алга! Через несколько считанных дней в нашей южной столице, городе Алматы, начнется великое историческое спортивное событие. Это 28-я Всемирная универсиада. Казахстан впервые принимает зарубежных наших гостей, более чем из 50 стран, более 2000 спортсменов по 12 видам спорта покажут свои умения и профессиональные навыки. Но для Казахстана универсиада – это не только спортивное мероприятие. Благодаря универсиаде народ лучше узнает, прежде всего, молодежь зарубежных государств лучше узнает о нашей стране. Они посмотрят, чего добилась наша страна за четверть века, за 25 лет своей независимости. Поэтому в городе Алматы, в городе Астане будет проходить масса культурных мероприятий, через которые наши зарубежные гости узнают о Казахстане, узнают об истории нашего государства, узнают, какое место сегодня Казахстан занимает в мировом сообществе. От Казахстана участвуют 168 студентов. Я хочу пожелать им удачи. Я хочу сказать, чтобы они на этой универсиаде широко расправили свои крылья, чтобы их достижения ярко сверкали на всех видах спорта, на всех спортивных площадках нашей универсиады. Удачи! Алга, Казахстан! Благодаря развитию массового спорта, благодаря выдающимся достижениям наших студентов и выпускников, мы с гордостью говорим: Торгу – спортивная держава. Мы желаем, чтобы победы казахстанских спортсменов вошли в историю мирового студенческого спорта. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы твердо верим в успех нашей универсиады. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать.
имена. Мы верим в Петра, героя спорта.